Привет, друзья! Сегодня я не одна, сегодня я с помощницей. Долго мы ее скрывали за кадром, но не хочет звезда прятаться в тени. Пора ей выйти в свет, в люди, так скажем. Так что сегодня вот я со своей дочуркой Катюшей буду готовить блюда. Не знаю, у кого как, в этом году с картошкой у нас беда, ее очень мало, но зато кабачки прут и прут. Причем почему-то прут они не столько в длину, сколько вот в ширину. И вот такие вот здоровые крупные кабачки, они просто заполонили у меня весь огород и вылезли даже через забор к соседям. Кабачков тьма, куча. Понятно, что большинство из них готовят заготовки на зиму, но мне становится даже за них обидно. Их нужно... Тебе тоже? Их нужно кушать, так скажем, свежие, получать все максимум витаминов от них. Но почему-то фантазия, она как-то не сильно играет. Обычно это оладушки, запеканки, не знаю, какое-то рагу овощное. И мои мужчины, они как-то к ним так немножко пренебрежительно относятся. Тут я подумала, что нужно что-то сготовить из кабачков такое, чтобы вот и взрослые, и дети, мужчины, они это заценили. Появилась у меня одна идея. В общем, воплощаем. В общем, возьму я кабачок, начатый уже, потому что, ну, такого это слишком много. Кстати, пол кабачка съела у нас Катюша. Девочки, они как-то вот, больше любят овощи, уважительнее к ним относятся. В общем, кабачок нам нужно очистить от кожицы. И, конечно же, кабачки очищаем от всей сердцевины, от семян и мякоти. А теперь кабачки нам нужно порезать на такие вот ломтики, ну, типа как картофель фри. И разрежем пополам. Вот такие вот кусочки нам пригодятся. Вот эти дольки нужно хорошо посолить. Затем кабачки нужно поперчить, но чтобы они были воистину мужскими, я сюда добавлю, у меня дико жгучий, вот прям из Индии, красный перец. В общем, я черный перец смешаю с красным. И этой смесью присыпаем кабачки. И также все это дело перемешиваем. Возьмем пару яиц. Слегка их так перемешаем вилочкой. Выдавим в яйца пару зубчиков чеснока. Ну, вы понимаете, да, я добиваюсь такого непростого, а остренького, ядрененького эффекта от кабачков. Потому что почему мужчины их не любят? Они для них, очевидно, слишком нежные, слишком безвкусные. А мы сейчас сделаем так, чтобы они были всем интересны. А, и сюда же, в яйца, добавьте любимых ваших специй, ну или вашими мужьями специй. Да, чтобы это было еще интереснее и красивее. Нам нужно будет еще натереть твердый сыр на мелкой терке и добавить его к панировочным сухарям. Ну, соотношение где-то 1:1 берем. Перемешаем сухари с сыром. Что мы делаем дальше? Мы берем кабачки, обваливаем их в муке, обваливаем их в яйце. И затем кабачок пытаемся обвалять или обмакать, я не знаю, в смеси панировочных сухарей и сыра. И таким образом выкладываем на противень. А сейчас эти кабачки ставим в духовку
конечно, уже хорошо разогретую, градусов на 170-180, минут на 20. Итак, кабачковые палочки готовы. Я их сейчас выну на тарелку. Видишь, Катюш, какие интересные кабачки получились? Тоже хочешь, да? Но тебе надо чуть-чуть подождать, пока рановато. А мама попробует. Я тебе скажу по большому секрету, что это очень прикольная штука. Это намного вкуснее, чем твои просто варено-тушеные кабачки. Вы знаете, такие остренькие, и чесночок есть, и вот этот вот сырный кляр. Вообще прикольно. Все, наливаю мужу пиво и отправляю его с этими кабачками на хороший фильм к телевизору. Ставим лайки. Мужчина, вы не забывайте, что мы все это делаем для вас. Нам-то многого не надо. Так, пару бриллиантов, штуки три шубы, скажи, и Бали. А вот это вот каждый день, точно, я абсолютно не вру, мы делаем все ради вас. Вам спасибо, подпишись на канал, если не подписался. И пока! Пока! Пока!